сегодня ребята не дали вам отдохнуть в воротах, приходилось много работать, и в том числе еще и пенальти. Как удалось взять, вы почувствовали это? Да, скорее интуиция помогла. И пытался так запутать его, чтобы он пробил туда, куда я хотел, чтобы он пробил. И все сложилось так, как и планировалось. И очень рад, что получилось так. Насколько сегодня сложно сложилась игра для «Факела»? Ну, я думаю, что довольно-таки сложно, особенно в первом тайме игра не клеилась. Вот. И они имели больше, скажем так, моментов, и больше контроль мяча был у них. Ну, очень хорошо, что удалось забить все-таки гол в раздевалку и потом дожать еще вторым голом. Болельщики вас сейчас очень долго не отпускали, как, наверное, никакого игрока «Факела». Что говорили, что желали? Говорили спасибо за пенальти, что здорово сыграли и поздравляли с победой, конечно же.